Курсы повышения для дипломатов проводились при поддержке и участии учебного и научно-исследовательского института ООН «ЮНИТАР». Программа рассчитана на 5 лет и была запущена в 2012 году. Учебные курсы повышения квалификации, направленные на повышение эффективности международного сотрудничества и соблюдения международных норм и региональных соглашений в области международной торговли в СНГ. В рамках курсов были освещены самые актуальные темы: право ВТО как глобальный правовой режим, многосторонняя система торговли и региональные интеграционные процессы, правовые аспекты экономической интеграции в регионе СНГ, урегулирование споров из практики ВТО и Таможенного союза Республики Беларусь, Казахстана и Российской Федерации. Курс очень теоретически очень солидный, очень много информации к размышлению, много информации, над которой есть подумать. И именно то сочетание преподавателей из МГИМО, а также лекторов из ЮНИТАРа, оно дает тот микс, который действительно составляет очень большую ценность для слушателей курсов. Занятия для дипломатов проводили преподаватели МГИМО и приглашенные преподаватели-сотрудники ЮНКТАД. Помощник генерального секретаря ООН и заместитель генерального секретаря ЮНКТАД Петко Драганов, эксперт в области международных инвестиций Сергей Репинский, консультант-юрист ВТО Аркадий Кудрявцев. Первая лекция была посвящена техническим барьерам в торговле, вторая – разрешению споров ВТО, и третья – мы провели симуляцию как бы реального спора ВТО. То есть надеюсь, что участники почерпнули что-то для себя из этого процесса. Программа ВТО «Региональные торговые режимы СНГ» ориентирована на сотрудников профильных органов исполнительной власти стран СНГ и финансируется правительством Российской Федерации, осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между МГИМО и ЮНИТАР. Этот семинар помог нам обменяться опытом, то есть стран, которые являлись членами ВТО, вступившие в членство ВТО до нас. Я очень благодарен организаторам данного семинара и всем преподавателям, профессорам, которые проводили и организовали данный курс. В нынешнем году свою квалификацию повысили более 20 дипломатов и государственных служащих. Следующие учебные курсы в рамках проекта пройдут весной 2015 года.